Здравствуйте, шейная Елена, где нужно ник, я обычно Келени, и я в Лабытнангах. Честно говоря, в Лабытнангах я ни зачем, просто так. Что, глазейте в окно вместе со мной, я тоже в окно глазею. Смысл такой, что это поселочек недалеко, подождите, мне надо перехватиться, недалеко от Салехарда. Салехард, мне кажется, это один прямо из самых северных городов нашей страны. Так, поедем мы в сторону Харпа. Там еще тоже поселочек совсем маленький. Так, понимаю. Так, главное это на знаки смотреть. Ну, в общем, да, в Лабытнанге не зачем, а просто так. И плюс... Есть новый маршрут. Едем. В Лабытнанге ведет ледовая переправа через Обь. Я ее только что преодолела. Значит, мечта у меня прокатиться по зимней. Через 600 метров поверните налево на улицу Зеленую Горку. Сейчас, это болтушка навигатора, она сейчас будет меня перебивать, наверное. Видите, в окошечко еще тоже поглядываете. Вот, так, чего я говорила? А, ледовая переправа, да. Может, надо заправиться. Лукойл. Лукойл здесь какого-то не красного, а рыжего цвета. Представляете? Так, ну что, получается, я это сейчас, наверное, Лабытнанги. Давайте хоть Лабытнанскую. Маршрут перестроен. Посмотрим. Потому что я сейчас выключусь. А так сейчас договорю, то есть мне надо было проехать по переправе и плюс посмотреть вот этот поселочек. Ну, в принципе, он практически уже кончился. На заправку тоже надо идти. Пошла.